На. Моя бабушка курит трубку, и, наверное, чего-то еще. А судя по ее развеселым сказкам, она курит чего-то еще. А у нее ничего не осталось, то у нее в кошельке рубля. А моя бабушка курит трубку, трубку курит. И чего-то еще она курит, по-моему. Такая бабушка. Ой, внучек, спасибо. Давай, да нет, ну что вас большой-большой, а ума-то все нет. Иди оленей уже паси. Давай, давай, ступай, ступай, девочка. А вам, мои маленькие чуковские зрители, я сегодня покажу сказку «Почему птицы не разговаривают?». Было это давно. В те времена еще птицы умели говорить. И жил на горе Дарбайты орел. Однажды забрался он на самую высокую вершину. Забрался. Это он высматривал Дарбагана, суслика. Сидел он на высокой-высокой горе под жарким-жарким солнцем. Разморило его, устал он ждать. Да и вздремнул. Да, да. Но не совсем. Весна опять пришла. И лучики тепла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла. Было без кого. Да, да, это песенка. Опять сурок ушел. Проклятый Дарбаган. А я опять улегся спать. Дарбайковский орел на горе живет. Он курит беломор. Дарбаган живет. Лежит на солнце и крапит. Мне мама в раннем детстве говорила, но суслика увидел я в горах. Поем его, поем его, поем его. Проснулся орел от шума крыльев. Это большой серый ястреб схватил Дарбагана и на ближайшей сопке стал его клевать. Возмутился орел, подбежал к ястребу и чуть-чуть задавил его. Испугался ястреб и говорит: ну что, орел, взъерошился слегка? Коль хочешь получить, проси повежливей. Не нужно мне подачек свысока. Просто хотел посмотреть, как ты будешь жрать своего протухшего суслика. Но если он протухший и дохлый, что ж его сторожу весь день? Я так богато вовсе смотрел. Косую я высматривал и зайца. Тебе их мясо вовсе не поесть. Ешь своего протухшего ты суслика.
Что же делать? И решили птицы избрать птичьего хана, чтобы он их споры разбирал. Первым вышел орел и предложил свою кандидатуру. Ханом должен быть я! Никто выше меня не летает в эти горы! Не нужен нам такой хан! Не нужен! Я буду вашим ханом! О, Бэтмен! Крылья сделаны не из перьев, как у вас, а из кожи! Да? И мои уши отлично слышат! Вот! Ку-ку! Это кто? Я кукушка! Посмотрите на этого существо. Нам говорит, что она птица. Зверям говорит, что она зверь. Зачем нам пастуха? Не нужен нам такой. То ли дело я. Нормальная такая птица. И что? Зачем вам такая птица? Она же детей своих. У нас есть выборная программа. Я орел, короче, залетаю на самую высокую гору. Волшебник, я бабушка. Ой, хо-хо, грехи наши тяжкие. А с тех пор так и случилось, как сказал ворон-волшебник. Не стали больше птицы разговаривать и понимать человеческую речь. Вот и сказочки конец. А кто слушал, давай.